В индустриальном парке «Великий камень» дали старт новому проекту по восстановлению русла реки Уша. Реконструкция необходима для возможности отвода с территории «Великого камня» дождевых источных вод после очистки. Уже выбран генподрядчик. Это 25-я компания китайской корпорации по железнодорожному строительству. По контракту восстановят 13,5 километров реки Уша, 5 на территории парка. На работу отведено 14 месяцев. На реализацию проекта выделено около 12 миллионов рублей. Это деньги китайских партнеров. Будет устраиваться новое русло реки. Оно будет для безопасности полетов, так как близость аэропорта, значит, русло, дно и откосы крепится железобетонными плитами для того, чтобы не произрастало, значит, растительность, чтобы не было гнездования птиц. Ну, далее по существующему руслу будет просто подчистка, углубление для того, чтобы можно было обеспечить необходимый отвод объема данных вод. Сегодня же в Минске состоялось 10-е заседание рабочей группы по вопросам китайско-белорусского индустриального парка. Итогом встречи стало подписание двусторонних документов с двумя компаниями, белорусской и китайской, об их вхождении в Великий камень. Самое главное, конечно, мы смотрим будущее на перспективу и среднесрочную, и текущую, с тем, чтобы понимать, сколько мы видим, опять же, инвестиций, предприятий должны прийти, как надо развивать инфраструктуру. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» насчитывает уже 23 резидента, и к концу года их число может вырасти.